Безопасность пассажиров. В ходе очередного планового рейда, который на этот раз проходил на станции Щелково, сотрудники администрации округа совместно с представителями линейного отдела полиции и административно-пассажирской инспекции проверили состояние ограждений и платформ, работу звуковой сигнализации. Адрес был выбран не случайно. В этом году здесь под колесами поездов и электричек погибли 2 человека. Так, в конце августа в 7:55 утра пассажирка 57 лет попала под поезд. Женщина приехала с Гагаринской на первую платформу. Она работает на складах с той стороны. Слезла с платформы, вот с первой, которая слева от меня. Слезла, перешла 8-й путь, встала на 2-м пути в колее и начала что-то искать в сумочке. И выезжал грузовой поезд с Москвы, шел, и сбил ее. Чтобы предотвращать трагические случаи, в ходе рейда сотрудники линейного отдела полиции останавливали тех, кто нарушал правила перехода транспортных путей. К сожалению, таких нарушителей оказалось много. Профилактика и работа в этом направлении ведется не только в рейдовых мероприятиях. Мы систематически проводим обследование территории, где выявляем, да, имеющиеся повреждения в заборе и направляем в структурные подразделения ОРЖД представление об устранении причин и условий, да, способствующих травматизму. Мы проводим профилактические лекции в учебных учреждениях с подростками и с их родителями. Помимо состояния переходов и платформ, важной составляющей транспортной безопасности для пассажиров остается их собственное внимательное отношение к дорожной ситуации. Как минимум, реагирование на приближающийся поезд. Что же касается замечаний в отношении железнодорожной инфраструктуры, то они выявлены и запротоколированы. Предотвращение нарушений, вызывающих тяжкие, порой трагические последствия, в первую очередь, это забота, как, впрочем, и своего рода головная боль, руководства открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Со своей стороны местная власть муниципалитета делает все возможное, чтобы исправить ситуацию на железнодорожных станциях, находящихся на территории округа. Неоднократно настаивала на устранении нарушений. Кстати, предлагает и свою помощь. Мы с своей стороны тоже поможем на данном этапе. То есть поможем в плане установки ограждения, чтобы преградить путь людям на пути. Что здесь же есть, вот в данном случае есть и надземный пешеходный переход, мост, грубо говоря, да, по которому людям безопасно переходить. Они должны этим пользоваться. Рейд носил в том числе и информационную направленность. Пассажирам еще раз напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности дорожного движения при пользовании пассажирским транспортом. Нарушителей предупредили о том, что из-за своей беспечности они могут поплатиться жизнью. Информацию обо всех замечаниях проверяющие направят в организацию, которая занимается их устранением, Московскую дирекцию инфраструктуры РЖД. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.